Всем привет, дорогие друзья, привет, подписчики и гости канала. Сегодня у нас небольшая дораспаковочка, я уже начал распаковывать из-за непоняток вообще. Вот такая вот посылка пришла, такая большенькая, увесистая. Я, честно говоря, думал, пришел мне сепаратор. Наконец-то я заказал сепаратор себе, но думаю, прошло 3 дня с момента заказа, ну как-то маловато для сепаратора. Ну, давай разбираться, искать по трекам. И по трекам нахожу то, что мне пришло уже. Но то, что я не получал. Пришло, но не получал. Давай смотреть. И решил маленько скрыть. Открываю, вижу здесь коробки. Думаю, ну явно это не сепаратор. Что за херня? Что за коробки? Я такое не заказывал. Достаю, короче, я отсюда это все дело. Вижу такую картинку. Раз. И два. Здесь у нас пусто. Кстати, доставляла у нас чайно-постом, и контора у нас, как называется, сейчас скажу, Е-пакет, по-моему, называется контора. Здесь, хер его знает, вот кто английский понимает, прочитайте. Вес 85 грамм, если вы не видите, вот 85 грамм. Стоимость 8,20, но стоимость примерно правильная. Вес 85 грамм, ну, как бы, тут явно не 85 грамм. И тут две коробки. Открываем, а у нас здесь комплект раций. А я заказывал комплект аккумуляторов. То есть китайцы, грубо говоря, на 4 рации облажались. Я заказывал 4 аккумулятора под рации на работу себе. В итоге получил 4 рации с 4 зарядками. Вот один комплект, вот второй комплект. Обычные китайские рации. Кстати, хорошего качества. Вот мы ими пользуемся уже, наверное, года 3. Вот так они называются. Я вот это не произнесу, честно говоря. Моделька у нас 888S. Я заказывал аккумуляторы. Аккумуляторы, модель у них. Вот здесь аккумуляторы BR1. Ну, теперь у меня есть комплект раций. Ссылочка для вас будет в описании. Вон там под видео пройдите. Заказывайте. Может, я не знаю, может, вам тоже придут рации. Ну, честное слово, вот, наверное, даже вставлю где-нибудь вот здесь скрин заказа. Что это? Заказывал аккумуляторы. Есть у нас 4 рации. К ним у нас, конечно же, есть антенны. Антенны есть. Есть у нас к ним, естественно, 4 шнурочка и 4 вот таких вот зажима, которые, кстати, прикручиваются на болты почему-то. Видимо, опциональные какие-то зажимы. Но они есть. Вопрос в том, что у нас комплект аккумуляторов стоил, по-моему, 1300. Вот так вот они разговаривают. А комплект вот этих раций стоит 1500 рублей. То есть два комплекта раций у нас — это, грубо говоря, 3000 рублей. А комплект аккумуляторов 4 штуки, которые я заказывал, стоит 1300. И так, легко посчитав, можно выяснить, что китайцы где-то облажались очень хорошо. Теперь у меня есть комплект раций. Комплект раций. Сейчас я упакую, чтобы не шуршать. Так, что мы там говорили? 1300, да? И есть у нас комплект аккумуляторов, который надо заказать еще раз. В итоге, что мы имеем? Сейчас мы из разницы, которая у нас 1700, заказываем еще один комплект аккумуляторов. 4 штуки аккумуляторов на рабочей рации. И у нас все остается разница, грубо говоря, на 400 рублей. И 4 рации, которые мне нахрен не нужны. Вот такой вот ролик, китайцы. Ну, это, в принципе, я не расстраиваюсь. Китайцы меня много раз обманывали. Запчастями обманывали. Бывало, бракованные запчасти приходили на телефоны. И вернуть обычно их очень трудно. И, ну, обычно не возвращали. Так что я не расстраиваюсь, я, в принципе, доволен. Ну, продам эти рации, ну, может, себе оставлю, хрен его знает. В любом случае, пригодятся. Вот такой ролик. Китайцы лоханулись. Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Жмякайте колокольчик. И до новых встреч. С вами был Руслан. Пока-пока.